Народное общество Буран, да? А сколько, вы не знаете, пострадало вообще? Я думаю, до сотни гаражей. Гаражей 50-70 это гаранты. Мы так считали, на каждом ряду очень много гаражей пострадало. Так что. Вот в каждом ряду вот это. Ну, вас как вроде пронесло, да? Или нет? Вот нас, сына гараж. А, значит, не вот пронесло. А вот конкретно. А машины были там, вы не знаете? Тут не, он машина в этом не мог, не мой человек, инвалид, и у него машина прямо накрыла и разбила, зарезала. А что-то обещают помочь как-то? Пока помощи, честно говоря, никакой. Я так аж с Крыма слышал от товарища, что вроде бы надо идти в совбез. Не, да, совбез. Не совбез, а пенсионный фонд, и они должны там писать заявление, выедет комиссия, понимаете, комиссия оценит твой ущерб, и потом будет или не будет помощь, но я это не знаю, конечно. А кто это бомбил? А бомбил, вот, честно говоря, вы знаете, провоцировали эти ж, ну как, мы ж, вы вот всегда, когда спрашивают, кто бомбил, мы-то не видим, ты когда, ты же не вылезешь на вышку и будешь смотреть, откуда, били оттуда и отсюда, понимаете, с двух сторон. Ну, говорят, просто тут зенитка стояла где-то. Ну да, где-то они, он там укрытие ниже, посмотрите, кто. То он где угол, то там хлопцы эти, ополченцы сидели, понимаете, сюда приезжал какой-то БМПшка. Это. Ага, вот там, да? Ну да, она приезжала, и они, а комбикормы вот же видно, вот сюда ниже вы спуститесь, и там видно комбикормовый завод, и то туда, вот туда били эти, армия, и отсюда. Блядь, то, что уцелило, сука, это украли.